Мы, конечно же, все вместе ждали, когда Тверская область окажется в числе тех, которые будут снимать свой фильм. Ребята всей Тверской области собрали макулатуру для того, чтобы фильм был снят. И вот сегодня первый съемочный день. Ребенок-лидер, положительный ребенок-лидер, сейчас практически отсутствует. Дети его не видят. Они истосковались по герою в большой буквы. Представляют ребенка-лидер, который спокоен, рассудителен и умеет брать на себя ответственность. То есть каждый кинорок – это погружение в историю, погружение в себя, погружение в социум. Мотор. Начали. Современный педагог, который помнит себя учеником. Любое произведение, оно должно быть очень современным. Вот очень отвечать запросам детей. Понимаете, вот ребенок современный, он же не лучше, не хуже, чем тот, который был там 20 или 30 лет назад. Он другой вообще. И он хочет также любви, радости, ласки, добра, светлого и чистого. Вообще ребенка все воспитывает, все окружающее, все оказывает влияние. Очень важно же, понимаете, чтобы школа не готовила к жизни, а чтобы ребенок в ней жил.